Ну вот. Начнем с Умы Менковского. Что такое сумма Менковского? Сумма Менковского – это сумма, прямая сумма всех точек двух некоторых множеств. То есть есть два множества на R2, S1 и S2. То сумма Менковской называется такое множество, которое является суммой всевозможных пар точек. И одна из первого множества, вторая точка из другого множества. Вот. Тут видно, что здесь какая-то фигура А, какая-то фигура Б, Б многоугольник. Ну, вот при складывании что такое получается? И можно сказать следующее, что можно, например, взять все возможные точки первой фигуры и от каждой такой точки отложить вторую фигуру. Вот. И потом все это дело объединить. Либо наоборот. Берем все точки второй фигуры, откладываем от них первую фигуру и все их объединяем. Вот. В зависимости от того, где будет центр, все может быть довольно сильно сдвинуто. Если центр находится далеко, то, соответственно, новая фигура может находиться в произвольном месте. Нам это обычно не интересует, потому что задача, где нужна сумма Менковского, там либо еще отрицание используется, либо... Важно сама сумма, как она относительно относительно себя устроена. Отрицание. Отрицанием множество называется, ну, как если у нас есть сумма, значит, соответственно, есть разность. Минус некоторое множество – это минус все точки. То есть это получается такая фигура центрально-симметричная, исходной относительно центра координат. То есть мы взяли все точки некоторого множества, отразили их от центра координат, получили минус эти точки и вот получили отрицание. Сумму Менковского мы будем использовать для построения суммы двух выпуклых оболочек. Пусть задана, значит, теорема. Пусть, если у нас есть два выпуклых многоугольника, то вначале нужно разобраться, что будет с их суммой. Вот оказывается, что суммой Менковского будет другой выпуклый многоугольник с не более чем n плюс m вершинами. Вот. Почему это так? Ну, здесь вот картинка есть, на которой есть один многоугольник R, есть другой многоугольник P, они выпуклые. Вот их сумма выглядит как некоторый третий многоугольник, в котором число сторон... Если, значит, в исходных многоугольниках не было параллельных сторон, точнее, сторон, которые в одном параллельны другим, сторонам из другого, то новый многоугольник, он будет содержать ровно m плюс n сторон. Вот. И как они примерно устроены? То есть каждая сторона из исходного многоугольника, она имеет некоторую сторону в сумме Менковского, которая ему соответствует. И каждая точка, вот если взять произвольное направление, это важный факт, которым мы сейчас будем пользоваться. Если взять произвольное направление D и посмотреть на крайнюю точку в множестве P и множестве R, то крайней точкой во всей сумме, естественно, будет сумма этих двух P и R. Это очевидно. Вот. Это просто говорит о том, что у нас по каждому направлению, если у нас была некоторая вершина, да, то у нас они как вот так вот складываются и остаются крайними. Вот. Поэтому если мы возьмем произвольное ребро какое-нибудь, например, ребро эпсилон, и возьмем некоторое направление D, являющееся внешней нормалью к эпсилон. Ну, чтобы это эпсилон было крайним в этом направлении. Вот. То можно в две стороны рассуждать. Значит, можно посмотреть. Значит, и пусть это эпсилон, это ребро
исходного многоугольника, некоторого P. Тогда в этом направлении есть некоторое... Ну, пусть у нас во втором многоугольнике не было сторон, параллельных эпсилон. Тогда в этом направлении, перпендикулярном... Сейчас еще один, секундочку. Ага. Тогда в этом направлении эпсилон, в этом направлении D, перпендикулярном эпсилон, у нас будет крайняя точка R, и мы складываем R со всеми вершинами этого ребра и получаем новое ребро, и оно будет крайним в этом направлении. Оно будет параллельно исходному ребру, естественно. Вот. И все, что лежит правее, да, дальше по направлению нормали этой прямой, содержащей этого ребра, соответственно, этих точек не будет в сумме Минковского. То есть сумма Минковского, она, получается, будет ограничена вот этой вот самой касательной, которая является суммой касательной и относительно исходного ребра плюс крайней точки второго многоугольника. Ну и наоборот можно рассуждать. Соответственно, если у нас есть некоторое ребро в... Хотя нет, в общем, все правильно. Только так этого достаточно вполне, что сказать, что про каждое ребро исходного многоугольника, да, мы можем провести некоторую касательную, нормаль к этому ребру. В этом направлении в сумме Минковского мы увидим, что будет некоторое ребро, и все точки этой суммы Минковского будут находиться по одну сторону от этой касательной. Точно так же так мы говорим про каждое ребро, и, значит, все точки суммы Минковского находятся в некотором таком вот ровно ограничивающем прямоугольнике, многоугольнике. И более того, все соответствующие крайние точки будут принадлежать сумме Минковского. И эта сумма Минковского, да, вот это надо было еще тоже сказать, она будет выпукла. Она выпукла, потому что мы складываем две выпуклые оболочки. Вот. Поэтому все, что будет ограничено этими касательными, и будет ровно это и будет новой суммой Минковского. Вот, теперь, значит, получается, что мы так все сопоставили, все исходные ребра, ребрам на выпуклой, на сумме Минковского. И еще есть отдельный случай, когда есть два ребра в исходных многоугольниках, которые параллельны друг другу, тогда эти два ребра на сумме Минковского, они будут складываться. То есть их суммарная длина будет равна сумме этих длинных ребер в исходных многоугольниках. Как мы будем строить построение суммы? Вот пусть у нас есть два многоугольника V и W, и это наши выпуклые оболочки, выпуклые многоугольники, у них есть некоторые стороны, они отсортированы в порядке обхода против часовой стрелки. И начинаем снизу. Нужно откуда начинать? Давайте начнем с самой нижней точки. Если нижних точек несколько, то берем самую левую. И алгоритм похож на слияние двух списков. У нас есть список ребер в одном многоугольнике, и есть список ребер в другом многоугольнике. Мы начинаем по этим ребрам ходить. Да? Вначале строим первую точку в сумме, и после этого занимаемся обходом. Каждый раз мы берем очередное ребро и выбираем из двух ребер очередных, из первого и второго списка, то, у которого полярный угол относительно предыдущей вершины будет меньше. То есть, грубо говоря, где мы меньше поворачиваем вот, относительно предыдущего ребра. Поэтому первым в данном случае будет вот это вот ребро использовано. Вот оно здесь как раз есть, да? И мы переходим здесь к следующей точке. Затем сравнивается полярный угол между этим ребром и новым ребром, который уже в первом многоугольнике. Естественно, здесь будет использовано вот это ребро. Вот оно здесь дорисовалось.
Вот. Потом сравнивается здесь вот верхнее ребро отсюда и отсюда. Будет использовано вот это ребро из первого многоугольника. Ну и так далее. Потом вот это ребро, потом следующее, потом вот это вот и последнее самое из первого многоугольника. Они в сумме придут как раз в исходную точку. Вот. Очень простой алгоритм. Время работы у него от n плюс m. Никакой доп. Памяти, сразу строится результат. Естественно, при сравнении полярных углов, сами полярные углы считать не надо. Нужно просто посмотреть на то, как очередные вектора расположены друг относительно друга. Кто из них более, так сказать, левый или более правый. То есть нужно, как обычно, посчитать векторное произведение между очередными векторами из этих двух списков. Где используется сумма Минковского? Здесь два хороших примера, как можно использовать сумму Минковского. Первое — для того, чтобы посчитать диаметр множества. Вот у нас есть некоторое множество S. Хочется найти диаметр множества точек. Как можно было бы действовать? Можно было бы построить выпуклую оболочку этого множества и попытаться эту выпуклую оболочку обойти, постоянно строить некоторые такие касательные. Касательную сверху, касательную снизу, например, в самом начале построим параллельную оси x. И диаметр можно, вот, если две такие прямые построить, а потом их начинать поворачивать одновременно. И следить, как эти касательные относительно друг друга расположены, на каком расстоянии между собой. И вот когда это расстояние будет максимально, это и будет диаметр множества. То есть это диаметр множества, это максимальное расстояние между двумя точками в этом множестве. Вот. Так вот у нас прямые поворачиваются, и когда мы их полностью повернем на 180 градусов, все, мы закончили. В тот момент, когда у нас расстояние между ними максимально было, это и будет диаметр. Это можно реализовать и в лоб, можно рассматривать эти касательные прямые, поворачивать их относительно выпуклой оболочки. Получается, вы по выпуклой оболочке будете идти двумя итераторами по сторонам. И нужно будет каждый раз смотреть, как они относительно друг друга, эти новые точки, располагаются. Да? То есть мы поворачиваем на очередной угол, сравнивая полярные углы двух векторов из разных кусков выпуклой оболочки, находящихся напротив друг друга. Нужно смотреть, кто из них меньше поворачивает, точно так же, как мы делали при сумме Минковского. Вот. Это действительно похоже, и это почти то же самое, что и будет, если сделать честную сумму Минковского исходного многоугольника S и минус S. Взять многоугольник S, взять его отрицание, сложить. Вот. И окажется, что в этом результате сложения будет какая-то очень такая сильная симметричная фигура в некотором смысле. И вот та точка, которая будет дальше всего от центра координат, она и будет самой как бы точкой. Значит, еще раз. Центр координат, он всегда будет внутри суммы Минковского, S плюс минус S. Эта точка, она является суммой всевозможных пар относительно любой точки x и минус x. Вот. Почему точка наиболее удаленная от центра координат и вот расстояние до нее, почему это будет диаметр множества? Ну, здесь формально надо подойти, потому что эта точка является некоторой суммой двух точек x и y, а y — это из минус s. То есть x из исходного множества и минус y. То есть на самом деле эта точка является разностью двух точек x и y из исходного множества. Оба из исходных. То есть x, берем некоторое x и берем некоторое y.
Вот. И вот это вот x минус y – это некоторый вектор. Вот. И чем больше этот вектор, да, тем мы ближе к диаметру множества. Вот мы ищем такую пару точек, в расстоянии между которыми, то есть x минус y между которыми, максимален. Ну, а в этой сумме Минковского, точнее в разности Минковского s и минус s, собственно, ровно эти точки и присутствуют. Поэтому если мы просто найдем среди этих точек самую дальнюю от центра координат, то это и будет диаметр множества. Не это будет диаметр, а вот расстояние, которое получится, это и будет диаметр множества. Вот, это понятно? Кажется, можем исходную фигуру сдвинуть сколь угодно далеко от начала координат, да, и получить якобы сколь угодно большое расстояние в той же самой фигуре? Нет, это вот исходная фигура одна, а я здесь просто нарисовал вторую, что центрально-симметричную ей. Но в сумме Минковского все равно будет именно такая ситуация. Если их раздвинуть сколь угодно далеко, то сумма все равно останется прежней. Ой, такая разность. Почему? Потому что здесь каждая точка, это x минус y. X, x от x, x из первой, и плюс y из второй. А y из второй – это некоторый минус y из другой, ну, из первой же. А, понятно, сдвиги сократятся, да. Да, сдвиги сократятся. Вот это надо было, да, не знаю. Угу. Вот. Еще одно использование суммы Минковского для поиска, для проверки пересечения двух выпуклых многоугольников. Если у нас есть два выпуклых многоугольника, то хочется, ну, быстро проверить, пересекаются ли они или нет. Для невыпуклых многоугольников это довольно сложно, а для выпуклых может быть просто. Но все равно, если начать думать об этом, то тут можно как-то пытаться понять, а как двигаться по исходным выпуклым оболочкам этих двух многоугольников, и как из одного многоугольника там понять, то подходим мы к другому или нет, там расстояние какие-то между ними считать. Да, там, плюс там может быть какая-то одна большая длинная сторона у одного многоугольника, а у второго много-много мелких сторон, которые близки к этой стороне, и нужно аккуратненько их проследить. Это все можно сделать, конечно же. Вот. И наверняка можно построить линейный алгоритм. Вот. Но сумма Минковского, она делает это просто изящно. Это еще будет на семинарах обсуждаться, поэтому я просто вскользь скажу, что мы считаем сумму, точнее разность одного многоугольника относительно другого, p минус q, и смотрим, принадлежит ли точка 0,0 этой разности. Если 0,0 принадлежит, значит многоугольники пересекаются. Это означает, что есть некоторая точка x из одного и y из другого, что x минус y равно нулю, то есть x равно y. Вот. Ну да, по сути, здесь все уже и доказано, больше нечего обсуждать. А если 0,0 не принадлежит, значит нет такой точки x, которая была бы равна y в другом множестве, потому что тогда бы x минус y из множества был бы равен нулю и принадлежал бы сумме Минковского. И как получается строить? Ну, надо взять x исходное, а второй многоугольник отразить центрально симметрично все координаты, потом сделать сложение выпуклых оболочек и дальше проверить, это самое интересное, принадлежит ли точка 0,0 множеству s. Вот про это хотелось отдельно еще поговорить, потому что это важная штука. Я заметил, что у нас на работе тоже часто используется. Как проверить, что некоторая точка z принадлежит многоугольнику? Вот как можно делать. Какая идея? Там есть разные идеи, но вот одна из самых классических, самых простых, она заключается в следующем. Возьмем из точки z и пустим некоторый луч параллельно некоторой прямой l, ну, просто луч в какую-то сторону. Здесь картинка, что здесь прямая, но на самом деле надо пустить луч. Неважно, в какую сторону, можно в произвольную. Здесь просто параллельно оси x, это самое простое. Вот если число точек пересечения этого луча и многоугольника будет нечетное, то это означает, что точка z лежит внутри. Иначе она лежит снаружи. Сейчас там есть пара исключений, но
в общем случае это так, потому что... Почему это так интересно? Что такое внутренность? А для выпуклых многоугольников это правда вообще? Что-то как-то, даже что внутри, что снаружи получается четное число. Для выпуклых? Да, и что-то как-то там вообще никак не получается. Везде две точки. Для выпуклых всегда будет одна точка. И именно луч надо провести, а не прямую. Здесь вот плохая картинка. Тогда... Да, то есть мы выпускаем луч в какую-то сторону. Вот здесь вот три точки пересечения вот по оси Х. Надо вот это вот... все, да, кажется, понятно. Затру. Если выпустить отсюда, да, то здесь будет одна точка пересечения. Вот. Но здесь есть кривой случай неприятный. Вот такой вот, когда у нас есть вершинка, которая может попасть на эту сторону. Если мы их будем считать неаккуратно, то может получиться, что ну, формально здесь ровно две точки пересечения. Ну и плюс еще вот эта вот точка пересечения тоже с одной стороны вершины. То есть можно было бы с одной стороны говорить, что ну, если мы попали в вершину, то считаем за два, но здесь тоже попали в вершину, а здесь надо считать за один. Вот. И тут надо как-то аккуратно это обходить. Есть, там, можно попробовать пустить луч в другую сторону. И... Назад, например. Вот здесь когда назад пускаем, и все хорошо. Ну, там, или вверх, или вниз. Ну, может быть, в каждом случае что-то не очень хорошее. И тогда нужно пускать там в произвольном направлении. Да, можно этим заняться, но это потребует времени. Да, ну так как делаем? Значит, чтобы проверить именно количество пересечений, нужно посмотреть ровно те отрезки, которые по Y, если мы пускаем параллельно оси X, которые по Y могут пересекать эту прямую. Точнее, точно пересекают эту прямую. И вот те отрезки, которые пересекают прямую слева, вот мы их не считаем, те, которые пересекают справа, мы их считаем. Как посчитать? Ну, там будет некоторое... как найти x-координату? Ну, надо к x итому прибавить отношение x и плюс 1 минус x ита, умноженное на отношение y z минус y итовое, деленное на y плюс 1, деленное на y итое. Вот, то есть здесь хорошо бы обойтись там максимум двумя умножениями. Вот меньше одного я, честно говоря, не умею. В смысле, за одно умножение не знаю, как сделать. Вот, сумма получается O от N, потому что мы перебираем все многоугольники. В лучшем случае мы просто сравниваем отрезки, если точка находится ниже, например, да, то мы просто... от сравнения всех сторон, от перебирания всех сторон, сразу понимаем, что она находится там, там будет ноль пересечений, и будет довольно быстро. Интересная особенность, кстати, есть в бусте. Там есть такой класс ring. У этого ринга есть методы проверить, что точка находится в этом кольце. Многоугольники в бусте, они очень хорошо устроены, бустовую геометрию поэтому часто используют. Там есть класс ринга, это кольцо. Есть класс polyline, это кольцо с дырками. То есть это многоугольник, в котором могут быть дырки. И есть multipolyline, это мультиполигон, в котором просто несколько таких полигонов. Они могут быть рядышком находиться. Первый многоугольник в одном полилайне, да, не мультиполилайне, это всегда shell, это внешность называется, а внешнее кольцо, внешний ринг, shell ring. А внутренний это holes, это дырки, это полилайны, которые находятся внутри, их может быть много. То есть shell один, а рингов может быть много. И там есть всякие ситуации, стараются избегать их или нормализовывать, когда мы задаем многоугольник, а ринг может, например, пересекать shell. Или ринги могут пересекаться между собой. Вот хочется таких ситуаций, конечно, избегать, чтобы
Потом, когда это все визуализируется, например, на карте, мы строим какие-то объекты на карте. Мы делали в такси пересечение, специальные области перекрытия, когда там закрывают там, на 9 мая какие-то области, чтобы отобразить пользователю, показать, что на самом деле он попал в область перекрытия. И вот это классическая задача. Как проверить, что точка находится внутри некоторого многоугольника. Она как, в бусе как раз тоже точно такая же реализация, тоже пускается луч именно параллельный OX и проверяется число пересечений. И на старом бусте 2 года назад мы нашли ошибку там в 54-м бусте. Это не ошибка в буста, это ошибка наша была в том, что мы ринг задали без закольцовывания. То есть мы делали так, мы брали многоугольник, закидывали в него все отрезки, точнее, там точки задаются, да, то есть задаем все точки от первой до последней. И казалось, что все должно работать. И в большинстве случаев работало. Но иногда почему-то он до некоторых точек выдавал, что он на самом деле находится вне. Хотя мы видели явно, что он находится внутри. Довольно сложно это было. Ну, точнее, увидели, но не сразу поняли, почему. Оказывается, в бусте надо задавать еще и первую точку. Надо задавать второй раз в самом конце списка, то есть когда полилайн задается, надо и первую точку задать в самом начале, и эту же первую точку считать последней. Тогда у него будет последний отрезок, он будет считать от предпоследней до последней. Это странно так вот сделано. В следующих версиях это исправили вроде бы. Но мы тогда вообще у себя это изменили, и вот эту нормализацию, и поэтому... Для хранения точек многоугольников, там вот есть и функции еще в бусте есть, которые занимаются нормализацией или проверяют. Мы сами написали, не помню уже. Ну, в общем, из-за того, что последнего отрезка не было, он когда делал, строил вот этот вот луч, да, он, получается, например, этого отрезка не было. Он считал, что количество пересечений четное, и поэтому эти точки, которые попадают, вот, заметаются вот этим последним отрезком, да, по этой ширине этого последнего отрезка, они не считались как бы выколотыми, то есть их не было внутри. И наоборот, если бы они находились вне этой полосы, да, вне многоугольника, но внутри этой полосы последнего отрезка, который не был добавлен, то они считались внутри. Так, немножко еще про сканлайн. По сканлайну это как бы серия алгоритмов, сканирующих прямой или заметающий прямой, которые заключаются в том, что мы рассматриваем некоторые события, происходящие в порядке увеличения координаты по оси OX. Классическая задача – поиск пары пересекающихся отрезков. На IMAX очень хорошо описана эта часть, я поэтому тут немножко взял. Есть у нас сканирующая прямая, да, вот она здесь красненькая, и хочется понять, пересекаются ли отрезки хотя бы какие-то. Есть множество отрезков, N отрезков, и если мы начнем проверять каждый с каждым, то получится дизайн квадрат. Мы проверим, есть ли пересечение. А задача стоит так, что нужно найти хотя бы одно пересечение и вернуть нужную пару отрезков, которые пересекаются. Вот. Это как спички бросают, и нужно понять, упала ли какая-нибудь спичка на другую спичку. Вот, хочется делать это не за квадрат спичек, если их много. Как это делать? Мы можем проходиться вот этой вот сканирующей прямой слева направо. И каждый раз мы будем встречать некоторые отрезки, встречать их начало, встречать их концы. Что будет происходить? Мы можем следить, как эти отрезки относительно прямой двигаются, да, то есть вот если у нас есть некоторый отрезок, то точка пересечения этого отрезка со сканирующей прямой, она вот, например, если отрезок вот повернут вверх, то она будет подниматься. Здесь, может быть, на другом отрезке она может сильнее подниматься. Вот. И в каждый момент времени будем хранить список или очередь
или множество, это вот сейчас надо как раз будет определиться в самом конце, от точек, которые пересекают нашу сканирующую прямую. Список отрезков. Достаточно хранить сами отрезки, то есть ссылки на отрезки, номера отрезков, все что угодно, просто упорядоченными относительно этой сканирующей прямой. Каждый раз, когда мы будем, когда будет новый отрезок появляться, это будет новое событие. И вот оказывается, что нам достаточно хранить события только начало и только концы. Новых событий. Бывает еще такое, что в алгоритмах сканирующей прямой события заранее неизвестны или известна только часть событий. Они появляются, но в процессе обработки этих событий могут появляться новые события. Вот так будет в алгоритме Форчина, когда мы будем делать, строить диаграмму Вранова. Там у нас будут появляться новые параболы, а потом мы, понимая, когда будет пересечение, будем закидывать новые события в будущее, которые нужно будет обработать. Вот здесь у нас события заранее известны, у нас есть начало и концы отрезков, их x-координаты, они все упорядочены, поэтому за n log n мы в самом начале все отсортировали, потратили уже n log n, все x-координаты, всех начал и всех концов. Вот. И достаточно рассматривать только соседние отрезки. Мы их упорядочили по сканирующей прямой, как бы снизу вверх. Про вертикальные тоже надо будет потом в конце сказать. Да, мы считаем только начало и концы. И если у нас некоторый отрезок завершился, давайте так, если мы, у нас некоторый отрезок начался, вот начался отрезок новый, то мы его оставляем в нужное место в списке. Да, вот он будет сейчас вот выше, чем вот этот отрезок, потому что он здесь был ниже. В этом месте он выше. Вот. Дальше что мы делаем? При исчезновении отрезка мы его удаляем из текущего списка и проверяем, как он пересекается с верхним, пересекается ли он с верхним отрезком и пересекается ли он с нижним отрезком. Вот бывает такая ситуация, что он ни с кем не пересекается. Эту картинку нарисовать. Сейчас. Думаю, как это сделать. Бывает такое, что он ни с кем не пересекается, этот отрезок закончился, но пересекаются отрезки, которые над ним и под ним. И более того, они могли уже пересечься, а мы еще пока этого не узнали. Да, такая ситуация возможна, но мы это найдем в тот момент, когда закончится соответствующий отрезок. То есть на самом деле, когда отрезок заканчивается, вот только тогда мы и проверяем пересечение двух отрезков, которые находятся, один отрезок находится сверху, один отрезок находится снизу. Вот. Если, ну, это последнее замечание, это уже про краевой случай. Сейчас, давайте, чтобы все было понятно еще раз. Мы занимаемся проверкой пересечения отрезков только в одном случае, когда у нас отрезок заканчивается. Вот у нас закончился некоторый отрезок, мы смотрим отрезок, который был над ним, текущий, смотрим, ага, они пересеклись, все хорошо, значит, мы задачу решили, и именно эту пару отрезков мы возвращаем в качестве той, которая является пересечением. Если над ним не было пересечения, если отрезок под ним тоже не имел пересечения, все, мы этот отрезок выкидываем. Возможно, те отрезки, которые мы рассмотрели сверху и которые рассмотрели снизу, они тоже пересекаются, но они станут соседними. И благодаря этому в тот момент, когда один из них закончится, если они пересекаются, вот тогда мы и найдем это пересечение. Конечно же, мы не найдем всех пересечений. Это у нас и не нужно. Бывает такая ситуация, что мы, завершая некоторый отрезок, на самом деле можем пройтись не только к соседям, но и выше, и ниже, и увидеть, что там у нас не одно пересечение, а гораздо больше. Но так как нам нужно найти хотя бы одно пересечение, проверить, что оно есть, то если оно есть, то когда-нибудь мы его увидим обязательно. Может быть, не его, а какое-то другое.
Вот. В тот момент, когда закончится отрезок, который участвует в пересечении. Вот. Что делать, если у нас в сканирующей прямой есть сразу одновременно начало и конец? Вот. В этом случае надо вначале добавлять начало, а потом рассматривать конец. Почему? Потому что когда у нас отрезок вертикален, мы его, если он у нас есть, допустим, вертикальный отрезок, мы вначале добавим его начало, потом добавим его конец, и вот в обработке его конца мы сравниваем соседей. И если есть сосед, который его сверху и снизу, и мы увидим, что мы пересекаем этого соседа, что все хорошо, значит, мы нашли пересечение. Давайте еще одну такую штуку обсудим, последнюю. Вот, может быть, такое случится, что мы взяли вертикальный отрезок некоторый. Надо все-таки, наверное, порисовать. Давайте попробую все-таки порисовать чуть-чуть. У меня работает. У нас есть один отрезок. У нас есть еще один отрезок. Вот они пересеклись, но мы пока об этом не узнали. И вертикальный отрезок, давайте какой-нибудь вот так вот. Вот такой вот. Который говорит о том, что у нас пересечение какое-то с этого вертикального отрезка есть, но из-за того, что вот это вот начало, оно было выше, чем это. То есть сосед, на самом деле, у нас вот этот отрезок. Мы проверили соседа, а пересечения не увидели. И так как мы проверяем только соседей, то именно при обработке этого вертикального отрезка мы, может быть такая ситуация, что мы в данный момент пересечения не нашли. Но если это пересечение было, то значит тот самый отрезок, который находится ниже соседа, если он снизу, то это означает, что он и соседа тоже будет пересекать, потому что у соседа еще не завершен конец. Но конец не обработан. Вот. Это просто для наглядности. Все, вроде бы. Сейчас посмотрим, что еще осталось. Все, вопросы есть? Да вроде все понятно, нету. Спасибо. Спасибо большое. Давайте всем тогда хорошего дня. До свидания. Всем до свидания. До свидания.